Инициатива поощряется. Молодежь Витебщины презентовала свои лучшие научные разработки в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Сферы, в которых могут работать проекты, самые разные, от краеведческой до, скажем, строительства. Основной плюс большинства из них в том, что их стоимость меньше иностранных аналогов. Практичность белорусских проектов оценила Анастасия Бут. Женя Богинов из небольшого Дубровна наукой занимается не первый год. В 2014-м презентовал прибор, который определяет утечку тепла в помещении. На этот раз создал аппарат на радость всем автомобилистам. Новинка от школьника видит примеси в бензине или солярке. Есть, которые на рынке покупаются, но в чем их проблема? Они только для одного бензина. Нас же можно проверять любые. То есть дизельное топливо и сам бензин. 100 идей для Беларуси. Этот республиканский конкурс аккумулирует лучшие умы молодежи. От одной только Витебщины представлены почти два десятка работ. Возможно, что-то из этих разработок внедрят на промышленной основе. Идей у белорусских ребят немало. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.